В Астане водитель совершил наезд на школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Происшествие случилось по проспекту Кабанбай-Батыра возле остановки «Авиатор». От полученных травм девочка скончалась на месте. По данным ДВД, виновником смертельного ДТП является 26-летний житель столицы. Одним из очевидцев стал отец девочки. В момент трагедии он управлял автобусом, двигаясь по соседней полосе, и пропускал дочь на пешеходном переходе. За нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, виновнику грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз. Отмечу, что с начала года на дорогах города было зарегистрировано 29 аварий, в результате которых пострадали 33, погибли 5 человек. Водитель, управляя автомашиной Hyundai Accent, допустил наезд на несовершеннолетнего, который переходил дорогу в установленном месте, нерегулируемом пешеходном переходе. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования и проводится расследование. Водителя призываем быть бдительными и внимательными, особенно при погодных условиях, когда метели, бураны, а пешеходам быть внимательными, переходить улицу, проезжую часть только лишь в установленных местах.